Мы занимаемся онлайн-обучением творческих специальностей. Учим визажистов, иллюстраторов, фотографов, операторов, немножко маркетологов и дизайнеров. Мы в целом все ждем, что мы вырастем кратно. Сейчас у нас 1 200 000 400 000. За прошлый год было 20 миллионов в год выручки. У меня только страх — это нехватка сна, наверное. У нас проект называется «Волна». Мы делаем интернет-радиоприемники. Конечно же, хотел бы получить следующий раунд. Да нет, особо нет. Нет, нету, короче, нормально все. Визифон, ну, GSM-домофон с устройством приема. Можно использовать смартфон, планшет, радио, телефон, любой телефон. Продажи получить, больше продаж. Пока ничего. Пока. Наш продукт помогает техническим директорам IT-компаний повышать эффективность работы команд разработки. Я думаю, что, естественно, покорятся еще новые горизонты. Как минимум, 10 раз хочется вырасти. Страхов особо нет, но надо просто двигаться вперед, и все будет круто. Мы представляем проект по интерактивной песочнице. Мы меняем высоту песка, меняется рельеф. То есть это один из подвидов песочной терапии, который сейчас набирает популярность. У нас есть уже продажи, и вырасти в 10 раз. Мы очень смелые, да, мы очень инициативные, и мы ничего не боимся, мы готовы ко всем трудностям. Компания «Агро.АИ» — это высокие технологии в сельском хозяйстве. Цель проста, да, стать компанией мирового уровня. Что, боимся? Вот таких странных вопросов.